быстро движущийся тропический циклон Сероя усилился до третьей категории и вышел на побережье Западной Австралии в воскресенье, 11 апреля. Сероя обрушился на берег в районе города Калбари с порывами ветра до 170 км в час и продолжил движение на юго-восток в направлении Джералтон. Ранее прогнозировалось, что шторм может развиться лишь до второй категории. Ожидается, что тропический циклон ослабеет по мере продвижения вглубь суши, но принесет свирепые ветры и сильные дожди. На побережье действуют красные предупреждения о суровой погоде. Власти просят не покидать укрытие до отмены тревоги. Высокая скорость движения циклона 55 км в час обеспечит значительное воздействие и большой охват суши, вплоть до общин пшеничного пояса. Северная сторона шторма нанесет основной удар. Специалисты из Бюро метеорологии Австралии ОМ сообщили, что дожди будут непродолжительными, но очень сильными, что увеличивает риск внезапных наводнений.